Всем здравствуйте! Сегодня такой солнечный денек, 16 сентября, и хочу с вами поделиться радостью. Во-первых, показать вам в распуске полностью две мои вот эти орхидеи. Посмотрите, какая красота! Вот у этой интересно, видите, по направлению все идут в одну сторону цветочки, и два цветка вот так. Они выросли из одной точки прям. Вот видите? Из одной точки выросли. И там, как может быть, еще разовьется дальше продолжение. Вот такая красотка. И эта красотка. Два бутончика свои распустила полностью. Они уже выросли. Были вот эти сначала были крупнее гораздо. По 8, 8,5, какой-то 9 я видела цветок. Распустился. Вот эти 8,5 сантиметров тоже. Сначала были маленькие, потом смотрю, выросли, подравнялись с этими размером. Но у них гораздо шире лепестки. Очень красивые. И серединка, смотрите, какая вся цветная. Губа какая красивая. Все в крапушку. Там внутри как пандочка прям такая. Очень красивые. И они на солнышке прям как жемчуг. Все переливается, серебрится. Очень красивые орхидеи. А речь сегодня пойдет о детке. Мы с вами ровно 4 месяца назад, 16 апреля, делили вот эту орхидею. Я оставляла на пеньке 2 листа. И остальную садила в отдельный горшок. Корни были очень маленькие. Мне писали люди, что корни надо было, чтобы больше были. Но ничего, смотрите, сколько корней наросло у этой верхушки. С той стороны корней еще больше. Я не буду сейчас крутить уже горшок. Шикарно. Растет шикарно. Я единственное боюсь, как я буду потом вытаскивать внутри, потому что там тоже ребристый горшок. Наверное, надо будет уже в скором будущем пересадить. Не подрасчитала я маленько, что она так быстро-быстро у меня за 4 месяца вот так вот все обрастет там. Здесь, когда пересаживали с вами, я был маленький в центре. Вот такой же был листочек в центре, чуть-чуть, может, больше. Как вот сейчас вот этот. Получается, вырос вот этот лист. Вот этот лист вырос за 4 месяца, это все, и третий лист уже вот растет. Это, смотрите, получается, она наращивает корневую, шикарную, и одновременно 3 листа уже. Это все за 4 месяца. Удобряю я, кто он, чесночной водой и Форта удобрением. Попеременно. Раз в 2 недели чесночной водой, раз в 2 недели просто водой отстойной и раз в 2 недели форты. Приблизительно так. Больше никаких подкормок. И в этот горшок, в этом горшке, то есть осталось у нас пенек с 2 листами получается. Через месяц ровно появилась детка. И теперь смотрите, еще у меня новость. Через 4 месяца после деления орхидеи первый корешок. Вот так. Я просто иногда смотрю ролики, говорят, что год, ну не вылазят корешки вообще на детках. Через 4 месяца у моей первый корешок. Но у нее в то же время полный корень, горшок корней мамкиных. Полный-полный горшок от вот этой старой орхидеи. Листочки, кстати, еще оба зелененькие, хорошие. Даже не собираются никуда. То есть она их не ест. Она уже стремится вырастить свои корни. То есть я думаю, потом можно будет ее тоже отделить. И вдруг еще даст детку. Может быть и так.
Посмотрим, видно будет. Может, я ее даже не буду отделять. Смотря как она будет наращивать корни. Но если будет прям сильно быстро наращивать корни, листовая масса, смотрите, 1, 2, 3, 4. 4 месяца, 4 листа. Вот такой результат. Я считаю, результат просто шикарный. Там все-все-все в корнях. Я единственное в этом горшке поменяла немного, вот примерно до сюда, отгребала кору и мелкой заполняла, чтобы здесь было мелкой коры побольше наверху. И сейчас получается наверху вот здесь крупная лежит, а вот отсюда вот до сюда там уже помельче, чтобы у детки получше корни наращивались. Будет крупная кора, будет быстро высыхать, и корни будут наращиваться медленнее. Я сделала помельче фракцию, чтобы корешки получше росли, чтобы там было влаги чуть больше, не так высыхало. Тут немножко поменяла местами. У меня вот этот слоник стоял вот в том углу, я поменяла. Тут стояла у меня, которая грибы, в которые растут. Грибоедовна будем ее звать. Вот теперь у меня Грибоедовна здесь. Тоже лист вон какой вырастила. А этот сюда переставила, потому что в том углу уже он вытесняет все оттуда. Мало места. Этот цветок у меня здесь. Тоже наращивает вот листочек. Хорошенький такой листочек там прям. Ой, ну эти красотки. Красотки прям. Как называется вот эта орхидея? Кто знает? Напишите, пожалуйста. Вдруг это у меня сортовая? Охота же знать. Ну, если даже не сортовая. Такая красотка-то. Прям красотка. И у нее листочки чуть-чуть поплотнее. У этой прям такая неженка совсем. А у этой поплотней лепесточки. Эта детка у меня тоже растет. Ну вот этой детке-то уже сколько? Года полтора, наверное. Вот представьте, вот этой полтора года. Но это было на цветоносе. Вот у меня было два цветка вот так же. И там детка была. Я ее сначала дала ей времени, чтобы она корешки отрастила на стволе, отсоединила, ну с маленькими, там ну вот такие были, маленькие тоже. Тороплюсь все постоянно. Посадила ее, вот ей полтора года. Вот представьте, это ей полтора, а это 4 месяца. Правда, это мультифлора, а та, наверное, обычная стандарт. Сегодня их намыла, накупала. Ничем не удобряла в этот раз. Просто помыла. Кстати, мыла как? Сначала составила в ванну их. Такой прям теплый, хорошо теплый, почти как, ну, как детей купают. Вот такой водой обмыла сверху. Цветочки в сторону убрала, чтобы не мочить. Вообще их не мочила. Там, может, чуть-чуть капельки были, я сдула с них и все, чтобы на них не попадало. Полностью душем промыла. Потом развела жидкое мыло. Полностью пробрызгала жидким мылом. Прям обильно-обильно все листочки, все пробрызгала. Шоркать никак не шоркала ничем. Я их не шоркаю вообще. Постояли минут 10 они у меня в этом мыле в зеленом. И опять душем теплым полностью все смыло. Набрала полные горшки воды. Еще минут 20 они у меня постояли. И я их слила. Слила, протерла в серединке. Выдула воду из серединок, где было. Все и поставила на место. Протирать я их тоже не протираю. С них прям скатывается. На солнышке прям видно, как такой вот
как на траве после росы такой налет голубоватый прям. Вот на них точно такой же налет. И прям по этому налету раз и скатывается вода, не задерживается. А вот думаю, если бы я их шоркала постоянно, то вода бы уже не задерживалась, так не скатывалась. То есть защитного слоя вот этого бы не было. А так они прекрасные, отличные. Вон даже видно чуть-чуть еще мокренькие. Шикарные листья. Так что я советую не шоркать и не зашаркивать листочки свои. Ой, ну это-то молодец, конечно. 4 месяца и вот такая уже детка. И еще и корешок уже есть у нее. Вот такие у меня новости. Ну все, на этом будем прощаться. Кто еще не со мной, кто зашел, возможно, первый раз. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Заходите почаще. Будут еще интересные ролики. Всех жду с нетерпением. И пока-пока. До скорых встреч. Надолго прощаться не будем.